Смотрите, какая темная-темная тучка. Она так смотрится, что как будто бы сейчас дождь пойдет. На самом деле у нас просто закат. Там вот солнышко. Вон там, ну, практически уже не видно. Вот, ну, как можно видеть, оно отражается от всех зданий. Сейчас у нас уже вечер, 6 часов почти. Сейчас скажу точно. Да, без 15.06, то есть, значит, минут через 15.30 будет абсолютно темно. Вот, абсолютно сухо. Тучки периодами набегают, уходят. Дождя у нас в центральной части, по крайней мере, нету. Может, где-то есть. Ну, вот смотрите, кстати, сам очень интересно заметно. Видите, какая большая темная тучка, да? Тут, соответственно, солнышко. Здесь вот просто серая такая масса, вот такая вот висит. Дальше, посмотрите, абсолютно голубое небо, и там абсолютно оно вообще чистое. Ну, вот такая вот погода в тропиках почти постоянно. Черти что, вроде солнце светит, там через 5 минут дождь пойдет, а может вообще не пойдет. Будет тучка или не будет. Короче, мы никогда точно не знаем. Но я вам показываю, как есть и как это выглядит. И как бы оно хмуро не смотрелось, помните, что на улице сейчас 33 с чем-то градуса. Тепло, сухо. И дождя не было уже дня два, наверное. Предыдущий раз было ночью. Но я просто проснулся, лужи видел. Сам дождь не видел даже.